мной сегодня Илья. Да, всем привет. Вот, да и как бы не, теперь, наверное, в серии фирма Крафт, если все будет идти нормально, как раз таки Илья будет практически постоянным у нас. Да, очень нормально. Вот. Так, и, значит, выяснил я, в чем была проблема с нашим этим, как его... Ну, с чем-то это мне уже... С плавом, который у нас у меня не получался, я полазил по форумам, да, действительно, информация отличается от официальной вики, да, то есть нужно 6 кусочков меди, да, вот. 2 висмута и 2 сфалерита, то есть 2 цинка. Так, куда делся? Да. А, лаги какие-то странные. Вот. И вот в таком случае эта штука будет работать. Так, у нас нет ничего еще, что из глины что-нибудь сделать? Чтобы... Да нет. Я пойду тогда глину пойду, наверное, покопаю нам. Ну, можно копать, можно не копать. Это не вариант. Нам больше дерева как бы надо. Дерево. Ну давай тогда дерево. Дерево и палки. Палки и дерево. Палки же дерево. Я тоже сейчас срублю деревце для того, чтобы... Я больше дерево рублю. Ну я рублю вообще на самом деле всегда вообще все. Все рублю. Ну да, логично. А вообще в плане дерева потом, если найдем пиву, это вообще будет просто шикарная вещь. Пиво. Она... Пауза. Угу. Продолжаем? Да-да. Итак, вот все-таки я разобрался за кадром, я понял, в чем дело. Из-за того, что была убрана здесь земля, да, мы вот убирали. Вот, механика воды из-за этого стала вести себя странно. И мне пришлось взять и заложить всю землю, чтобы вода восстанавливалась. И смотри, сейчас бочка, да, я ее вот наполнил там, а теперь я ее... Тащу сразу молоку целиком. Бочонок, давай сюда, этот... давай куда-нибудь вот сюда. Нет, эту бочонок именно сюда, потому что в нем можно будет теперь... Это наша поилка, понимаешь? Звучит так. То есть, чтобы нам не заморачиваться на тему того, где брать попить, да, мы можем просто брать эту штуку и вот здесь... Вот кувшины просто валяются, раз залезли, у нас сразу там уже идет кувшин. Так, еще раз пауза. Да, продолжаем. Итак, я вот одно ведро поставил, сейчас наполняю еще 2. Я их оставлю здесь до поры до времени, когда понадобится, я с ними разберусь. Так, одну наполнил. Сейчас я тогда своим зрителям покажу крафт. Да, через shift вот выкладываю. Ух ты, я только заметил. Эй, это прикольно. Смотри. Что? А, да, можно доски вот так вот ставить. Именно. Как, из них как-то можно всякие разные штуки. Но это не самое главное. Мы когда доберемся до штуки, да, вот это. Вот тогда мы действительно осознаем, что такое доски. И с чем, зачем они вообще нужны. Так, ну как же у нас крафтится? Так. Как он? Так, бочки я две наполнил, кажется, уже, да? Угу. Да, наполнил. Так, делаем мы досочки сейчас. Делаем доски. Ну, как обычно, стандартный крафт досок и делаем бочку. Потом за кадром разберемся уже с нашими... Стоп, у меня не крафтится опять. Слышишь? Что? Бочка не крафтится. Бочка не крафтится? А-а. Делай как этот, как его, как... А то у тебя доски одинаковые? Да. Точно? Да. Ну, делай как сундук, только верхнюю штучку убери. Среднюю, да? Да, среднюю, верхнюю. Ничего не получается. Доски из дуглевой пихты. Так, ну-ка. У меня все прекрасно получается. Ну вот, смотри. Что такое? Доски одинаковые, точно? Да. Попей, кстати. Смотри. Бздишь. Нет. Ай-яй. Ну ты мне так объяснил. Ну, я же тебе сказал, как сундук. Только верхней нету. Вот этой нету, да?
Вот это нету. Так, сундук да? Не делается в центр, не, на сундук не кладется. А, ну да, логично. Хорошо. Ты все правильно объяснил. Не надо. Не надо. Все равно не крафтится. Так, что мне сейчас нужно покушать? Все равно не крафтится. Мне бы фруктов пожрать. Фрукты. Ладно. У меня все равно не крафтится. Тоже все равно не крафтится? Нет. Не верю. Тебе скрин сделать. Кстати, ты вот туда вот наверх все повскидывал, да? Вот да. Еду. Да. А не хотел ли ты ее в кувшины бы попрятать? А, логично. Потому что она там портится тогда. Ого, ничего себе, одна там оленятина подпортилась. Я сейчас буду. Да? Да. Наполовину. А фрукты надо класть? Да, все надо, еду нужно складывать всю туда, потому что иначе она портится. Одна оленятина подпортилась так хорошо, качественно. Как бы это немного незаметно, как бы это немного неправильно, ну ладно. В реальной жизни, думаю, в кувшины еду не кладут. Кладут. Если у тебя, представь, у тебя нет холодильника, что ты будешь делать? А в кувшине хоть как-никак, но своя как бы атмосфера. Ты ее хоть как-то можешь там, ну не знаю. Хорошо, вот смотри. Вот смотри, как я крафчу лично. Не могу... Так, куда, где ты? Так что же, зрителям показать, как крафтить, понимаешь? Ну, 3 на 3. Отойди. Отойди. Ну, правильно. Не вот крафтится. Здесь... А ты вот из этого крафтишь? Да. Молодец. А не хотел ты из досок это скрафтить, нет? Не из блоков доски, а из досок. Понимаешь, а на вики написано, что можно из того, из того. Сундук? Да. А бочку? Нет. Ну почему? Смотри, ну на вики же так написано. Ладно, короче, я сейчас не поленюсь, посмотрю. Баррел. Баррел. Ну я... Я в какой-то вики это вычитал, где-то какой-то. Ну, плохую вики ты читаешь. Плохую ты. Ладно, извини. Вот, да, баррел только из этого делается, и все. Да, разных типов они бывают. Хорошо, ну. Так. Так, крафтится у нас ведрышко. То есть у тебя получилось бочку скрафтить, да? Да, и ведрышко получилось. Так у нас крафтится полы. Полочки, которые мне не хватило. Можешь, короче, идти через shift заполнять ведро, напомню. Да, хорошо. Потом. А вот так у нас крафтятся полочки. Для всяких, ну, вот такие полочки, которые у нас все. Полочки. Короче, дорвались до пилы, дорвались до крафтов, да? Да. Так, хорошо. Крафт показал, крафтом я доволен. Кстати, посмотри, я тут тоже положил. Ты видел? Здесь лежат. Что? Ты видел, как я положил? Внизу посмотри. Так, ведра кладем. Что там внизу положил? Ну вот, здесь. Да. А, да, я тоже сюда добавил. Так, я думал, что тем... Так, чем мы сейчас будем заниматься? Ну, мы сейчас будем заниматься, думать на тему, хватит ли нам еще на другие инструменты, допустим, на геологическую кирку. В принципе, хватает, знаешь. Еще бы одну зеленую какулю найти. Какулю? Ну, у нас еще несколько, три кульки, по-моему, за 2000 блоков у нас. Ну, это туда бежать, это жесть. Так. Ну, можно это заснять просто ускоренное видео. Давай так, пустые кувшины будут в разных сундуках тоже лежать. А, нет, там где вроде. Только они вот их как-то вниз будем раскладывать. Хорошо. Так, я что хотел? Я хотел почистить свинья этого оленятина. Потому что она... Чем просто, чем больше испорчен продукт, тем быстрее он испортится в дальнейшем. Понял? Поэтому нужно сначала все очистить хорошенечко. Как тут воду-то... Не понял, как она вот это работает. Вот я положил туда свой кувшинчик. Теперь нажать кнопку, что ли? Куда? А, ну ты, все, я понял, как работает. Так, если вот найдешь рис, то это, ого, ничего себе портит, подпортилось хорошо. Короче, нужно срочно все продукты это лечить. Так, рассказывай, как их лечить. Значит, берешь продукт. Ладно, я все порченные продукты уже забрал. Вот я тебе вот сейчас сундук кину. Открывай сундука. Угу. Порченный продукт достал. Вот. Нет. Ну вот, кукет вынеси, заведи. Первый кувшин. Видишь? Так, присесть, бла-бла-бла, чтобы разместить. Нет. Просто сундук залез,
Видишь, ну, левый угловой кувшин. Левый и верхний угловой кувшин. Да. Вот наведи на него. Просто. А, помощь зажать, левый shift, средний маленький. Ничего не надо, просто наведи на него, когда он сидит. Ну, навел. 157. Ты видишь вот проценты? А, вижу проценты, вижу. Это вижу. Вот то, насколько испортился продукт уже. Угу, значит, вот. Берем мы. Его нужно, значит, почистить. То есть достаешь испорченные продукты. О, да. Кладешь так, ножик в окно крафта. Ага, понятно. Сейчас ножик мы сделаем, вспомню, как крафтится ножик. А, все, вспомню, как крафтится ножик. И начинаешь очищать продукты от, от гнилости. Да, знаешь, как в реальной жизни все-таки. Да. И вот чем больше испортился продукт, да, тем он это... Тем он серьезнее и быстрее дальше портится. А, я, да. Я тут тебе отдал. Надо стоять. Вот, в дальнейшем мы сейчас чуть позже выкопаем где-нибудь такую с пониженной температурой местечко, чтобы у нас там хранилось именно... Так, что-то поменьше. Этого поменьше. Нужна фруктовая диета. Ой, мне тоже надо фруктовая диета, не поверишь. Да? Да. Надо вот переходить. Не... Что у меня вообще в диете? Ну, мне ему надо, по сути, молочко, но молочка у нас нет. Можно, по сути, на фрукты мне сейчас пересесть. Да, кстати, корову вот мы нашли. Кстати, интересно, а с конятины можно что-нибудь подоить? Или с оленятины? Ну, вообще нужны, конечно, джутовые веревки. Так, и да, я разобрался за кадром, опять же, разобрался, как делать, наконец-таки, этот, подпорки. То есть ты пила просто должна расскажи. Быть, значит, пила должна быть просто в левом верхнем углу, и справа от нее выставляем два лога, ну, то есть два бревна, и получаем 8 подпорок. А для чего нужны подпорки? Пока пусто, надо чистить, если она... И точно так же, если внизу положить два бревна, получится горизонтальные подпорки. Подпорки нам нужны для того, чтобы мы сейчас будем... Я буду копать этот, как его, погреб. Ух ты. А можно попробовать, пожалуйста? Что нужно? Пожалуйста, ну попробки. Подпорки сделать. Подпорки? А, ну пилу, да, на пилу. Так, для этого мне нужны планки обычные, да? Да, нет, не планки, доски. Хорошо. Ну, что делают? А, давай вот в эту сторону, под сундуки, которые уходят. Да, нормально все будет. Значит, смотри, что делают подпорки? Дело в том, что земля в террофермокрафте стандартно осыпается. И чтобы этого не происходило, можно поставить вот такие вот прекрасные подпорки. Да, если от вас у нас тут криво немного. Ничего страшного, нормально. Я так заметил, что у нас тут криво. Легкий этот, как его... Смотри, пила в самом верхнем левом углу. Хорошо. В самом верхнем левом углу, да? Угу. А потом как? Слышишь, а потом как делать? Значит, бревна раскладываешь. Либо доски или бревна? Да, если тебе нужно горизонтально, значит, под пилой. Если вертикально, справа от пилы. Два бревна. Стоп, мне же кубические вот эти. Нет, бревна. А, бревна. На бревна. Да просто так сказал, не понял. Ребят, извините, что я немного туплю. Чего, нормально. И вот, короче говоря, вот в этом месте теперь земля осыпаться. О, под себя поставил бревна. Ничего. Ставится до пихты, могу до доски делать. Так, только не всех. Да, какое название? Под пилу положил два бревна. Пила в левом верхнем вот углу. Пила, самый верхний левый угол это, то есть, ну вот, самый верхний левый угол. Да. Берем бревна. Под нее два бревна. По горизонтали клади. Смотри. Вот у нас так. И вот тут пила. Представим, что ты слышишь? Что, не получилось, хочешь сказать? Смотри, а вот это пила. Нет. Пила должна быть вот здесь. Ну, самый верхний левый угол. Где у тебя верхний левый угол? Вот, на котором, вот он. Так тогда вот под нее, по горизонтали, не по вертикали, по горизонтали два бревна. Господи. По горизонтали. А ты положил по вертикали.
Да господи, ну не получается. Ну вот, блин. Вот почему я люблю Ней. Может, там показаны крафты. Учись Разин... запоминать. Память тренируй. А я разве Ней не могу поставить, если он не стоит? Смотри, бревна вот так вот выкладываешь. Вот здесь у тебя пила, вот где стоишь, это верхний левый угол. А вот здесь два бревна по горизонтали. Ты меня сейчас, знаешь, понимаешь, ты меня сейчас, понимаешь, учительницу. Я вообще-то по образованию учитель. Хорошо. Но и ничего. Ничего. Я в следующей серии поставлю Ней. Мне все равно, я поставлю Ней. Я замучаюсь с Тони, но я поставлю Ней. А что же у меня не стало? У меня что-то этот не втыкается почему-то. Подпорка какая-то. Тебе подпорка трулит. А меня подпорка трулит. Как подпорка на английском? Подпорка на английском... Подпорка на английском — это подпорка. Окей, звук интересный. Что ж ты будешь делать? Короче, ладно, к следующей серии я поставлю Ней, не буду ставить. Мне почему-то не хочет тыкаться балка ни в какую. Дай попробую. Не, она мне отслетает просто, отпрыгивает. А сюда? У тебя снизу блока нету. Да есть у меня блок. А как убрать? Нет, не буду. Кстати, да, они очень легко убираются вообще, без вопросов. А вот что-то диагонали, видимо, не хотят ставиться. Так, ладно. Если так ставить, то медленно. Так пускай стоит. На. Получилось? Нет. Поставлю Ней и буду радоваться. Все. Ну как так? Ну все же элементарно. Ты какие бревна... Покажи, какие бревна ты кладешь. Смотри, вот наш верстак. Отдай мне это все. Отдай мне это все. Вот смотри. Сейчас тебе все покажу. Вот это верстак, да. Это верхний левый угол, правильно? Да, средний левый. Вот это левый угол. Да, вот я специально поставил. И сюда ты кладешь брюк. Так. Откуда ты, друг? Опять нас учить не дают. Вот тебе топор. Это прикрой меня, я сейчас топор себе сделаю. О! Там летает у нас соседи. Вот, и сюда ты кладешь. Как бы, чё, вот стоп... Ну да, сюда ты кладешь вот пилу. Понял? Хорошо, дай мне еще. А внизу именно не доски, не блоки досок, именно бревна, логи. Понял? А ты мне объяснил, знаешь как? Что я думал, что он именно наискосок. Ничего тебе не говорил, что наискосок. Ладно, все, ругаться не надо. Вот, а если ты хочешь сделать... зачем ты это делаешь? Через правую кнопку зайди в бревно и забери. А если ты хочешь сделать именно вертикальные, то бревна ставишь вот так, а пилу вот так. Понял, хорошо, понял. Терраферма-краб, это зараза сложная. Что делать? Зачем я подпорки скрафтил? Подпорки? Давай мне их бросай. Ну, они пригодятся. У нас тут ничего не завалилось. О, у нас тут с тобой так тепло, хорошо снизу. Это интересно. О, это интересный камушек какой-то уже. Так, и вот сейчас вот я вижу, что все обваливается. Чтобы не обвалился, на подпорка. Откнулся. Нет, ты сюда. Подожди. Подпорку сюда. Не воткнется она туда, не вставится. Сейчас приготовлю место под подпорку. Физика от бога в игре. Сейчас все будет.
Мне главное туда не упасть. Да, все нормально, не боись. Я вылезу. Сейчас я подпорку поставлю. А почему сюда подпорка? А, сюда. Так, взять. Если я стерну на капусте. Во! И сюда подпорку. Да, что ты будешь делать, если не еще. Хрешь, я теперь капуста. Я теперь капуста. Отлично. Так, это. Так, слиток. Пилы нету с собой? Есть. Дай мне. А вот что по теснике, да? Ой. Ну я вылезу, буду злой. Злой дядька, плохо. Хорошо. С этим модно торнадо будет очень весело. Во! Наконец-то. Я теперь на это могу стоять. Да, вот только сломать. И ты можешь на это теперь поставить землю. Блок земли, ну-ка попробуй. Не, я пропустил. Видишь, да. И он никуда не упал. Оставь, оставь, пускай остается. Я хочу посидеть здесь, посмотреть. У тебя такие миндалосы в игре, особенности. Так, а снизу камень. А снизу камень. Самое главное, так, что... Так, я тебе пока лестницу делаю, да? Я делаю, да, ты сделай лестницу, а я делаю пока погонь. Сиди пока там. Ну, мне так нормально. Так, а палочки вопрос. Палочек. У меня пока есть еда, мне много. А то не придем, мы все равно из-за этого будем дома съезжать. Зачем нам подвал? Ну, пускай у нас будет такая вот... Веранда. Нет? Ну, в смысле, такая... Местечко такое. Вдруг... Где можно прийти, одному подумать о жизни. Да, 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 такое. Ништяковая просто нет. Сколько тебе до верха надо? Сделай запасом, что ты паришься. Да, легко еще палки найти. У меня шпилы нет. О, крипер, здравствуй. Упс. Как дела? Так, ты только его сюда не вздумай его скинуть. Красиво, ладно. Давно я не видел, как крипер взрывается. Я вообще давно в Майнкрафт не играл. Ну я тоже на самом деле давненько уже в Майнкрафт не играл. Кроме инженеров. Но это не Майнкрафт. Это... Это Майнкрафт. Ну это Майнкрафт, но... Который в космосе? Да, инженеры. Космические инженеры, да, вещь классная. Так, палочки. Ну, вроде как вот так. Еще палочки. У тебя палочки есть с собой? Да есть у меня с собой палочки. Теоретически я сам могу лестницу сделать. Не знаю, что ты там парился. А я Леня нашел. А Леня? Ну и что, у нас же он есть. А Леня, пошли с нами. У нас ней так нету, да? Нет, джут, в смысле, веревок. Ну да, чтобы веревки. Веревок пока не были. А вот, огреб. Кстати, столько у нас серии уже идет. Не в курсе случайно. А знаешь, сколько? Сколько? О, ну все, ребята, мы что-то как-то... Ну давайте заканчивай серию. Да, заканчивай серию будем. Всем спасибо за просмотр, с вами был Раанор и... И Илюха. Да, пока-пока и счастья вашему дому. Да, всем пока-пока. До следующих серий.